При каком условии Бог может услышать мою молитву? Ну, знаем же, при каком. Только когда с вниманием, благовением, покаянием обращаемся к Нему. При каком условии Бог может помочь нам? Только при том, когда наша душа хоть немножко изменится. Ну, что если пьяница, алкоголик будет умолять, «Господи, дай мне устроиться на винный склад». Ну, скажите. И вдруг эта молитва никак у него не удается. Не устраивает Бог на винный склад его, где как бы он зажил. Но вы слышите? Это очень хороший пример того, как часто мы молимся, не зная, что нам полезно, а что вредно. Кто из нас знает, что нам полезно? Кто, интересно, пусть скажет, хотя бы один человек знал вот точно и сказал, мне очень полезно, чтобы я был миллиардером. Редко кто скажет, мне очень полезно, чтобы я был нищим. Но это редко, наверное, кто. Такой никто не скажет. Мы ничего не знаем. Мы свою душу не видим. Поэтому какая молитва правильная при всех наших скорбях и неприятностях? Господи, Ты видишь, я же знаю, что Ты любовь. Я знаю, что Ты премудрость. Я знаю, что Ты готов мне дать все, что только можно дать. Ты видишь мою скорбь? Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Твоя воля, Господи, да будет. Да, у меня вот тут болезнь. Да, может быть, смертельная болезнь. Ты видишь мое состояние, моя или моих родных. Ты видишь, но Твоя да будет воля, Господи, а не моя. Нет, мы делаем все, что угодно, Господи, чтобы вот только от этого, вот избавь от этого, это сделай, это спаси, идем к чему только не прикладываться, и к поясу, и к дарам волхвовы, что угодно, забываем об одной только стороне, что Божие благодеяние может к нам быть в полном соответствии с состоянием нашей души. При одном состоянии мы можем получить безболезненно и, может быть, во благо то, что мы хотим. При другом состоянии невозможно. Как пьяницу нельзя устраивать на винный склад. Так и нас то же самое. Поэтому как важно молиться именно «Да будет воля Твоя, Господи!» Вот Ты знаешь все, я верю Тебе. А вы знаете, как святые предупреждают? Насчет этих прошений всех. Не будь безрассуден в прошениях твоих. Чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает Бога. Ой, как трудно это, наверное, принять, когда мне хочется чего-нибудь. Уничижает Бога. У Исаака Сирина есть такой пример. Святой, он говорит, что сделает царь с человеком, который, наконец, добился тому, что пришел к нему, к царю, с просьбой. И попросил у него гноя. Не предаст ли он его казни за это оскорбление? Надо же понимать, что все то, о чем мы земное, это в конечном счете что это такое? Мы знаем. Все сгнивает, все гной. Поэтому именно просить вот настойчиво, просить об этом, он, Исаак Сирин говорит, вот что из этого может быть. Лучше даже, хотя это для нас невыполнимо, ничего не просить. Есть такое одно слово, всеобъемлющее, которое охватывает все стороны нашей жизни и которое вмещает в себя всю совокупность наших, если хотите, просьб. Господи, помилуй. В помилуй все входит. Все наши прошения, все наши желания. И в то же время здесь акт смирения –
Тот, кто без смирения, а настойчиво требует от Бога исполнения Его желаний, тот наказывает сам себя. Вспомните знаменитый сон матери декабриста Рылеева. Заболел ее мальчик, сыночек, еще маленький Рылеев, смертельной болезнью. Врачи уже сказали, вот еще несколько часов. Она пришла, что называется, в экстатическое состояние просто. Упала, Бога просит, паси, не могу вынести этого. И засыпает. Заснула, видит ангела, который берет за руку ее сына и говорит ей, ну, теперь смотри. И ведет его. И насмотрит, как сын из ребеночка превращается в школьника, и школьник там военное училище, офицером, потом какие-то компании, какие-то разговоры, потом на Сенатскую площадь во всем вооружении, выше все, и, наконец, виселицу. И ангел спрашивает ее, ну как? Ты хочешь, чтобы твой сын остался жив? Да! И все так произошло. Она рассказала об этом сне, когда уже трагедия произошла. Она не могла рассказать об этом. Ну что, она все надеялась, что а вдруг это что-нибудь такое. Рассказала об этом сне. О чем идет речь? Как нужно быть осторожными с нашими прошениями. С каким смирением мы должны обращаться к Богу в наших прошениях. Бог же хочет все нам дать. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Он не против, чтобы дать нам не только небесные, все земные блага дать каждому из нас. Всем, все. Нельзя. Нельзя. Дай мне чем-нибудь повыше, я от гордыни с ума сойду. Как пьянице нельзя дать винный склад, так и мы то же самое. Один отчитал так одну женщину на отчитке, а потом за голову схватился. И сказал, что во веки веков я больше не буду этим никогда заниматься. Что с ней произошло, когда она стала здорова, не буду говорить. Надеюсь, все и так смогут домыслить это. Да. Так вот, оказывается, в своих молитвах мы должны быть благоразумны, а не малоумны. Эти молитвы, оказывается, должны быть сопряжены со смирением, с упованием на Бога, с обращением, с верой к Нему. Господи, Ты все сделаешь, я верю, что Ты все сделаешь. Верю или не верю? И верю, и не верю. Вот за это неверие и не получаем мы ничего. Верю, кажется, говорю, Бог – любовь, Бог – премудрость, Бог – всемогущий. Правда ты так говоришь? Что ты веришь в это? Нет, 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 нет. Верим и не верим. Помните, как Христос сказал ученикам? За маловерие ваше, когда они не могли изгнать духа нечистого из мальчишки. А он изгнал. За маловерие ваше. А если бы у вас была вера, хотя бы зерно горчичное, вы бы сказали, сгоре этой, двигнись, и она бы двинулась. Мы не верим и ничего не получаем в результате. Оказывается, вот неверие – это очень, очень опасная болезнь, которая присутствует в нашей душе. Мы-то думаем, неверующие, мол, те – это неверующие, вот там они – они в Бога не верят. Да слушайте, что они? Мы не верим, а не они. Молимся и не верим. И потому не получаем. Молимся не так. Молимся совсем не о самом главном. Что самое главное? Господи, помоги мне очиститься от моих страстей и моих грехов. А вы посмотрите, о чем молимся мы, когда идем к каким-нибудь мощам, иконам, святыням и так далее. Что, кто-то там молится, помоги мне, такой-то святой или такая-то святая, освободиться от зависти, что ли? Что, вы думаете, вы найдете такого там человека? Никто!
Молится, помоги мне избавиться от такой-то болезни. Помоги моим родным, там, сыну, дочери, детям, там, избави мужа от того-то, сестру, жену и так далее. Как, знаете, такие законченные, стопроцентные материалисты. Дай нам благо на земле. И забыли. Ну, сейчас дам. Но только завтра вы умрете. А душа где же ваша? О чем молитесь? Забыли простой закон. Закон-то какой? Оказывается, все наши беды и несчастья, чем обусловлены? Нашим духовным состоянием. Тем, что именно мы исполнены и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и коварство, и чего только нет в нас. И забываем, что это является источником наших страданий. Вот что является. Преподобный Марк Подвижник так и говорит. Не хочешь скорбей – не греши. А как грехи отпускаются? Исаия отшельник говорит. Грехи отпускаются человеку в той степени, в какой он, человек, прощает грехи своих ближних. Не открывать их надо перед всеми. Не говорить, слыхали, читали, такой-то, такая-то. Сокрой прегрешение брата твоего. Твои грехи будут отпускаться по мере того, как ты не осуждаешь, а в душе твоей прощаешь другим. Вот, оказывается, мерило. И наша жизнь, даже внешняя, она в конечном счете обусловлена чем? Состоянием нашей души. Каким состоянием? Когда мы исполнены вот этих всех страстей, когда нас нельзя тронуть ни с какой буквально стороны. Нас же нельзя. Попробуй задеть мое тщеславие, мое самолюбие, мою гордыню. Что будет? Мы же это знаем же, что нас буквально не тронь. Ни с какой стороны. Вон где корень и источник всех наших бед. Ибо основной закон бытия, если хотите, основной закон – дух творит себе формы. Каков внутри меня дух, таковы будут и формы.